Перед просмотром данного видео рекомендую всем перейти по ссылке в описании и оценить канал Quarl Media. На данном канале много чего интересного, а именно обзоры на трешовые игры, креативные топы, пупы, анимационные скетчи и многое другое. Кто заинтересовался, ссылка на канал в описании. Переходим, смотрим. Итак, переходим к распаковке посылок. Здесь у нас неопознанных две посылки. Одна у нас пришла из Англии, а вторая у нас из Китая. Так что открываем, смотрим, что же там пришло. Начнем, наверное, с Англии, а то мне очень интересно, что же там такое. На ощупь вообще не могу прощупать, что такое. Так. Что это такое? Тут пусто. Сейчас запустим, что за бумага. Так, тут у нас на 6... Не, с доставкой на 9 фунтов карнитина. Так, Эдуард. Тра-ля-ля. Ну, это типа, ну, вот можете посмотреть тут мое имя. Все дела, когда было отправлено. Отправлено было 18 мая. Сегодня у нас 27, то есть дошло очень быстро. 5,79 стоит сам товар, 2,70 доставка. Я не знаю, что у них было. Итак, это у нас получается карнитин. Карнитин у нас для жиросжигания. То есть это аминокислота, которая содержится в вашем теле, но иногда ее в теле недостаточно для того, чтобы запустить процессы жиросжигания. И приходится покупать медицинский. Это именно медицинская версия. Не спортивное питание, а именно медицинская версия. Он... Как он работает? То есть, если у вас в рационе мало углеводов, вы можете пить карнитин, заниматься спортом. Во время занятия спортом ваше тело будет брать энергию из жира. Карнитин как раз таки помогает вот эту энергию преобразовать из жира. Вот такая вот полезная штука. Так, ладно, смотрим следующее. Следующий у нас из Китая. Что это у нас такое? Это у нас кожаный ремень. Мужской вроде. Если я ничего не путаю. Покупался он на Али. Стоимость, чтобы я вас не вводил в заблуждение, в районе 3 с копейками баксов. Сейчас посмотрим, как это вообще по качеству. Блин, ну замотал, конечно, классно. Ё-моё. О, блин. Сейчас я все отрежу. Намотано, намотано. Вот такой вот у нас ремешок. Вот такая вот бляшка. Так, а как-то... Застегивается, по идее продевается, и вот так вот. Во, вот такой вот у нас ремешок. Достаточно стильно, слушайте, по качеству тоже неплохо. Конечно, это не натуральная кожа, но за 3-то бакса очень-очень даже вполне себе сойдет. Ссылки будут и на канал, и на данный товар внизу. Так что, кому интересно, переходим, подписываемся и смотрим интересный канал. Всем спасибо, ставим лайк, пока!